В Югре от коронавируса излечились еще 333 человека. Для сравнения, в предыдущие сутки выздоровел 301 пациент. Так, с начала пандемии ковид победили уже 8164 человека. Вместе с тем, в лабораториях Югры подтвердили 249 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Сургуте 53 пациента, в Нижневартовске 31. В Сургутском районе положительные результаты тесты показали 27 раз. Под наблюдением медиков находится около 20 тысяч человек. Свыше 44 тысяч сняты с контроля. Коэффициент распространения инфекции ниже единицы.